Я прошу вас, простые вещи. Сокровища и катер, которые у вас есть. А вы тут спите. Ничья человеческая жизнь не стоит таких простых вещей. Не твоя. Не твоей жены. Не моя. Не веришь мне? Стреляй. Это очень легко. Держи. Держи крепче. Нажимай на курок. Жми. Вот видишь. У тебя был шанс. Ты его упустил. Тогда... Сокровище. И транспорт. Кажется, у Лизы получилось. Давай руку. Давай. Пойдем, пойдем. Катя, ну куда я сюда? Она заболела. Пашенька, ты в порядке? Катюня. Что с ней? Катюня. Что с ней? Катюня. Он у него спросил, он у тебя разговорчивый оказывается. Катя. Катюня, заболела. Заболела. Сейчас. Катюш. Щенок, что с ней сделал? Я ничего с ним не делал. Паша. Катя. Это вам кажется, Лидия Алексеевна. Что такое? Катя. Кажется вам. Я тебя спрашиваю, что ж ты сделал, а? Да не я, а вы. Чего? Если хотите знать, она полночи просила свою мать поговорить с вами. Она помощи просит с того света. Она в тупике. Или по-вашему, это не тупик? Вы когда-нибудь пробовали вот так же? Или вот так? Тварь. Катюня. Катя. Вы единственный человек, который может ей помочь. Что ты хочешь? Что ты хочешь от меня, а? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы вы отдали эти сокровища. И Катя этого хочет. Да где они сокровища? Кто их видел, эти сокровища, а? Я и Катя. Кто? Я и Катя. И мы знаем, куда вы их спрятали. Показать? Заткнись. Заткнитесь все. Да не надо на меня так смотреть, Лидия Алексеевна. Вадим Анатольевич, дайте я понесу. Иди. Папа. Не хочу. Катя, не хочу, Катя.
Домой, идем домой. Не хочу. Куда мы идем? На Бунгало. Катька, мы туда идем только для того, чтобы отдать китайцу клад. Я тебя очень люблю. Катя. Катя, он подождать, я понесу. Дайте понесу. Сам. Лидия Алексеевна, простите меня, пожалуйста. Он мог меня запросто убить. А эта гувернантка-пианистка чуть полноги мне не откусила. Товарищи, ну, дорогие мои, там у пещеры все серьезно. Ну, сколько раз можно повторять? Ваши силы там могут понадобиться. Ведь штурм может начаться в любой момент. Все хорош, Николаевич, а? Штурм, штурм, прям Берлин. Надо вначале с топографом разобраться. Вам сначала надо с собой разобраться, причем всем. Так, все, спасибо. На, выпей травку. Не буду. Я вам так скажу. Мы все здесь одним узлом завязаны. И поодиночке с этого острова никто не уедет. Ни за какие богатства. Поверьте мне. Нет, лезешь, да? Дай сюда. Ну? Марьяна, не видел? Ушла на рассвете. Идут. Эй! Стойте! Стойте! Они идут сюда. Кто? Картограф. Такого я себе даже представить не мог. Пожалуйста, не нападайте. Мы пришли мириться. Мы принесли сокровища. Что с ним? Я не знаю. Вот так встреча. Да неужели? Одолжение не надо делать, а? Молодец, картограф. А говорили, за сокровищ не уедем. Я вообще бы у него карманы проверил. Ну что, за сундуком? Угу. Ну давай, конфуций. Контан, что? Пересчитывай. Дебет, кредит. Только чтоб все по описи. Ну что, доволен? Да, это все. Все на месте. Пусто. Кто взял? Как это понимать? Или ты издеваешься над нами? Здесь золото в сундуке было. Где оно? А я откуда знаю? Плевать я хотел на ваше золото. Врешь. Мужики!
Ничего себе. Разговаривает. Опа. А вы говорили, что он этот, который тот, этот аудист? Ну вот как-то так, Альберт Николаевич. О-о! Паш, а чего ж ты не разговаривал, когда можно было разговаривать? Ну, иногда ни с кем не хочется говорить. О! О! Вот оно что! Просто говорить ни с кем не хочется. Понятно. Слушай, а сегодня просто открытие за открытиями, а? Золото куда-то исчезло. Идет у нас, оказывается, не идиот. Говорящий, а? А может, Латиш, кто ж ты подрезал, а? Орел! А? Конечно, я. Больше некому. Пришел и взял, пока ты спал. Тихо, 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 тихо. Ты что держи? Ты что, сучонок, ты с кем разговариваешь? Лука, не попутала. Тихо, тихо, тихо. А Марья Ивановна где? Мужики, спокойно. Где Марья Ивановна? Чего, Марья Ивановна? Чего долго нету ее? Так она же мужу сокровища принесла, это же ясно. Чушь. Чушь. Ничего. А я не тебе. Я Андрею. Болит? Заживает. Лая. Что? Вот сокровище. Катер на рейде. Аусамбат махай. Риро ю. Вы врете. Вы все врете. Эй, отпусти ее! Андрей! Стой, 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 стой! Если твой муж врет, ты умрешь. Если твой муж врет, ты умрешь. Если твой муж врет, ты умрешь.
Вернулся? Вы что, пришли? Короче, смотри. Топограф вернул сокровище. Проснулась совесть в человеке. Мы их можем сейчас обменять на телефон. Только кто-то подрезал вторую половину. Обстановка как? Неадекватные они какие-то. На контакт не идут. Видимо, у Лизы получилось их отравить. Молодец, девка. Ну так что со второй половиной? Ждите здесь. Отпустите! Отпустите, сволочи! Отпустите! Пещера, там как, дырка, дыра-то, как, дыра. Телефон в конце пещеры. Понял.
Ну что? Телефон. Ты покойник, Чуньё. Я тебя достану. Есть. Он со своими свяжется. Чуньё! Кол, полис. А? Панья! Панья! Алло? Алло! Но батарея? Батарея села. Понятно. Помогите! Помогите! Лизенька! Помогите! Люди больные. Больные. Мать ждет его около дома. Лунный пирог. Пирог. Мама!
Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Кент, привет, это Нелли. Напомни мне, пожалуйста, почему ты до сих пор не написал заявление об уходе? Я только что похоронил свою маму. Прими мои соболезнования, мне очень жаль. Спасибо. И все-таки напиши, пожалуйста, заявление. Это же не так сложно, правда? Знаешь, я раньше боялась покойников. А сейчас я думаю, это естественный процесс. Во всяком случае, от покойников знаешь, что ожидать. Конфуций. Теперь ты там, где сокровища не нужны. Что он собирается делать с сокровищем? Кондяо, самбат, паннай. Помнит контине. Помнит сит, декеб, лакса, самбат, ватине. Бога, кунконда, хаучай, на хап. Ка. Он сказал, что сокровища принадлежат его стране, и поскольку он представитель власти, то они будут находиться у него, ну, какое-то время. Странно. Первый раз жалко человека. Где я? Кто вы такие? Эг! Кать, ну ты что, идиляк? Паша, сделай что-нибудь. Что сделаем? Чтобы он успокоился. Совсем? Да ну нет, Паша, ты уснул. Развяжите меня! Уйди!
Как он? Жар. Рано, хотя на вылет одному богу известно, что это там внутри. Он не опасен, ну что, пойдем. Все, все, пойдем, 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 пойдем. Он не выживет, да? Бог даст. Выживет. Я наделала. Это же я во всем виновата. Прости ты меня, дура окаянная. Если с тобой что случится, Петь, я ни минуточки не проживу. Петечка, родненький ты мой. Родненький ты мой. Маш. Чего причитаешь? Попить принеси. Я сам. Давай, давай. Я во всем виноват. Перестань. Если бы не ты, они бы меня убили давно. Если бы они не убили, сама бы умерла от голоду или там утонула. Или еще что-нибудь на этом острове. А если бы нет, этот остров, знаешь что? Я бы очень много пропустила в своей жизни. Ты не виноват. Это из-за тебя, это благодаря тебе. Я благодарю тебя. Знаешь, что если мы останемся здесь навсегда, я счастлива. Люблю тебя. Ну что? Ничего. Все. А где сундук? Приватизировал в пользу государства и закопал. Это давно надо было сделать. Еще старыми хозяевами острова. Теперь полноправными хозяевами острова являемся мы. Возможно, навсегда. Вероника! Вероника! Вероника, что с вами? Ничего, все, все. Вадим, уж ей воды? А? Да, дайте мне воды. Ага. Вероника, садитесь. Все. Да. Сейчас. Пейте. Мне надо кое-что сказать.
Я хочу, чтобы слышали все. Этот остров мой. Ну, то есть, я его купил вместе с моим партнером по бизнесу. Геннадием Быковым. Лихо. Это еще не все. Этот круиз организовал тоже я. Людей я нашел, которые хотели избавиться от своих родственников. То есть от вас всех. И зачем тебе это нужно было? Я хотел избавиться какое-то время от Лизы. У меня в Москве есть ребенок от другой женщины. Простите меня. Лиз. Прости меня. Заиграл. Простите меня, пожалуйста. Ничего. Давай завтра эту стену доделаем. Thank you.